Всем здорово. Решил небольшую запись сделать с работы. Чем я занимаюсь, в принципе? У меня есть вот такой вот листочек, куда я записываю количество информации по продукту. Продукт у нас вот этот. Дорогущая штучка. Чем мы делаем? Я потом камеру возьму поближе. Расходный ордер есть. Отрабатываем пунктир. Пунктирочку. Это остается у меня. Ну, в зависимости, кто это. Транспортник или Москва. Транспортник — это то, что не в Москве находится. Потом, давайте, пойдем сюда поближе. Смотрите, у нас есть такой документ. Из этого документа мне надо знать вот этот номер, вот эту дату. Ну и также количество. И вот тут сумма есть. Что мы делаем в программе? Мы создаем документ. Вводим продажи, купли-продаж, наша компания, вот тот самый номер, который мы видели. Также ставим дату. Ну, здесь я тоже обычно могу поставить дату от другого числа и время. Потом нам еще надо знать имя контрагента. Это у нас Триера, мы вписываем. Тут их очень много, поэтому пишем просто. Вот она. Есть как бы их две. Эстетическая, но мы смотрим вот по этому НННчику. Он как раз на 3 двойки и 3 нуля. Это наш товарищ. Ну, номер 1, подпись Маян. Дальше мы добавляем наше количество. У нас в количестве 20 штук и сумма. Ну, я знаю, по какой цене это, скорее всего, будет идти. По 12 800, да, 256 сумма. Если сумма сошлась, вот она. Сейчас. Вот 256. И она вот тут вот тоже 256. Все. Значит, все окей. Далее мы берем вот этот дрын. Сканер. И покаем 20 QR-кодов с обратной стороны продукции. Если я буду говорить тихо, то не обоснуйте. Вот, мы это все проделали. Давайте опять переместимся. Оп. Дальше что мы делаем? А дальше мы делаем... Запрашиваем информацию об упаковках, чтобы у нас вот этот сейчас вот статус поменялся. И дальше нажимаем записать. Не проводим, а записываем. Все, документ готов. Закрываем. И вот, все. Ну а дальше просто идет сборка. Сборка этого продукта. Ну, это я буду делать, скорее всего, не сегодня. Очень долго нам выгружала бухгалтерия этот товар. Эти несчастные 3 заказа. Вот. Чтобы вы думали, что я тут херней не страдаю. Видите, сколько вот коробок. Вот это вот. Вот это вот все. Это все Лайнек. В одной коробочке у нас 150 штучек. Ну, если быть точным. Долго открывать. Это не полная коробка, но они вот так вот уложены. Как говорится, в одном ряду 19 штук. Рядов всего 8. И в одном ряду не хватает. Да, вот мое место рабочее. Да, такой несчастный маленький стульчик. И компьютер. Все. Как говорится. Подписывайтесь на канал или хотите увидеть больше таких видео, ставьте комментарии и все прочее. Да? И вот мой рюкзачок.